Вот вы говорите, душа бесценна. А допустим, поймает вас Бог и скажет, выбирай, душа или член? И душа уже не кажется такой бесценной. Зачем мне душа без члена? Душа без члена не может. Душа без члена умрет. А член тем временем без души себя чувствует абсолютно нормально. Члену душа не нужна. Ему и я-то не нужен. Я просто аксессуар члена. Членов аксессуар. Я вам это докажу. Представьте. Первое свидание. Вы классно посидели в кино, вместе смеялись, попили кофе в уютной кафешечке. Ты провожаешь ее домой, держишь ее за ручку, приобнимаешь и нежно шепчешь на ушко. У меня нет члена. Да не, я пошутил. У меня нет души. Я чуть не обосралась. Ну ты шутник. Нет, я, по-моему, маленько обосралась. Это часто бывает на первом свидании. И вы, сняв напряжение первого свидания, едете к тебе трахаться. Или к ней, если ты живешь у мамы, как я. Вот так просто мы доказали, что душа не такая уж и ценная. Хотя, если честно, в сравнении с членом, вряд ли что-то выиграет. Нажимай на кнопку и подписывайся на наш утонченно-философский канал.